на сегодня важный день. Мы едем собирать балет Анны Насти. По техническим причинам, по причинам технинам Ане сегодня мне не получится собрать, но соберем ее балет. Значит, подготовила подарки. В общем, у меня много клиентов, у которых свои бренды одежды. И они нам дали подарок. Подарок для Ани, для ее балета. Вот сколько всего. Я у нас сегодня Якубович. Да, как поле чудес. Сайт, капелла, мисс Крисмас. В общем, и, конечно же, от моего бренда тоже подарочки девчонкам везем. Как мы это унесем? Как-нибудь. Полная машина подарков. Да, хватит. Еще вот. Детское кресло в подарках. Еще, давай. А, еще. Еще. Приехали в Дедгоф, я не уточнила, я думала, что мы в отеле. Ну, как в прошлый раз. В прошлый раз же мы в отеле собирали. Оказывается, нам нужно ехать на площадку. Мы торопились, в общем, сейчас у нас есть еще часа полтора, и мы поедем туда собирать. Я не знаю, как там мы будем, но там должна быть гримерка, наверное. Ну, нам не привыкать. Я думаю, что воды надо будет взять. Да, возьмем еды, воды с собой, потому что там еще будем снимать, там будем красить. Пришли покушаться. Крис говорит, я была в гримерке один раз в юности, там такой совок. Я говорю, ну я понимаю, прекрасно. Ну, я вспомню молодость, как я в клубах собирала людей, знаете. А в оперном театре я тоже ездила собирать. Я вообще офигела, я давно такого не видела. А что мы в темноте сидим? Это мы пришли, как всегда, я же говорю, я когда выхожу, везде вырубается свет. Главное, чтобы на концерте ничего не вырубило. В прошлый раз, когда вы собирали Асте и ее команду? В сентябре. День города Челябинск. А ну как это было? Мы собрали косметику и думали, напротив что там Кубы, будет ресторан, буфет, где мы с тобой люди. Я говорю, давайте яркое красить будем. Мы договорились, что будем красить. Пришли к девчонкам, девчонки говорят, ну если сможете, накрасьте вот, ну вот так мы бы хотели, ну смотрите, как умеете. И мы их накрасили, они берут зеркало так, круто. Не ожидали, что будет так классно. Ну я помню, они такие счастливы были. Тем более мы быстро работаем, это важно. Да, это очень. Да. Ан, покажись, покрутись, покажи свою новую шляпу. Мексиканцы. Да, давай. Женщина из Мексики приехала. Это организаторы нас пошли встречать. А вы остаетесь? А, нет! Достаньте нас отсюда! Поехали. Как цыгане. Собрали пакеты, подарки. Цыгане приехали! Ну что, поднимаемся? Все окей. В общем, мы сейчас с ней увиделись, поздоровались, обнялись, обцеловались. В общем, сейчас жду ребят, они меня привезут в гримерку и идем краситься. Ты рада? Ну, конечно. Я вообще рада с Аней поработать. Она очень клевая. Очень. Пока там репетиция, мы тут танцуем, девочки. Главный фанат. Я пока снимаю влог, они танцуют. Мы сейчас в гримерке балета Анны Асти. Вот они, девчонки. А потом мы все пойдем. Всегда прожить с вашим райдером. Очень, конечно, просто. Тоже ты смотришь. Да. Так, девочки, работаем. Да, вот она, надзиратель. Руки сложила. Да, девочки, работаем быстренько, вкусненько, нежненько, все. Если мне сделать такие стрелки ресницы, то уже будет конкуренция здоровая. Спасибочки. Ну все, мы получили свои бейджики. Посвящаю себя. Давай. Все.
кремовые. Вот складку она еще если там на конце чуть-чуть прорисовать удобно. Да. У нас же скоро новый выезд, поэтому я потом вам отправлю еще для бейкинга. Самый красивый балет. Садоводом местным. Спасибо. Поднимите ручку, кто-то. Спасибо. Я не вижу. Кто бы что ни говорил, что это город суровый или город суровых мужиков, точно не помню, как это звучало. А я знаю, что этот город точно полон любви, полон понимания и полон любви к музыке, не только к моей. И благодарна каждому из вас, кто сегодня пришел. Прошу прощения. Благодарна за то, что каждый сегодня сделает этот вечер особенным. Я могу гарантировать, что сегодня нам с вами будет очень хорошо. Мы будем много говорить о любви, о нас с вами, о чувствах и о том, что мы можем справиться со всем, вообще со всем, что может случиться. И со сложным, и с хорошим, потому что мы есть друг у друга, и у нас есть музыка. Все думали, что посвящается им. На самом деле это все посвящается борьбе с тем, что тебе приносит боль. В основном это отношения. И ты каждый раз думаешь, что я не встану с этого пола. Мне очень тяжело и сложно. Очень многое в жизни, конечно же, случается, не связанное с отношениями двух людей. Мы многое теряем. Я люблю вас. Но многое и приобретаем, когда мы становимся лучше, сильнее, круче. А тот, кто не понял, что расти вместе — это прикольно, что понимать друг друга и не обижать — это на самом деле опять же так же человечно, что любовь важнее всего на свете предательства, идиотизма всякого, да, всяких дурных поступков и каких-то, знаете, необдуманных вещей, которые многие люди делают в жизни. Я скажу вам так, тот, кто это не понял, он просто дурак. Я стою перед вами и исполняю свою мечту. У меня получилось. Значит, что мешает вам? А знаете что? Ничего. У вас все обязательно получится. Я люблю вас. Никогда в себе не сомневайтесь, потому что иногда
Чтобы получить большее, нужно отпустить многое. Иногда, чтобы воскреснуть, нужно успеть. Посмотрите вокруг. Это вы любовь. Десятый год чужая весна. Думаешь, за бабушку, мама, сестра. Холодный город, она мне вода. На пути мечты. Сейчас наша, только наша вечеринка. Кричим, гуляем, танцуем так, но только в пределах разумного. Пожалуйста, мы все взрослые люди. Так что мы весь город Челябинск сегодня просто офигел, насколько нам с вами здесь, тут, вот прям в сию секунду круто. Хорошо? Чтобы вы поняли, все соседи завидовали. Опять сдали.